привет. Здрасте. Миссис Гриффин, полагаю. Я Кент. Зашел за Мэг. О, Кент, рада познакомиться. Она еще собирается. Мэг, Кент пришел. Только губы докрашу. Проклятие. Да чего здорово. Про нас прям хоть сериал снимай. Питер и Сокол в коляске. В главных ролях Питер Гриффин и Ксеркс. Автор идеи Питерман Гриффил. Показать смешной комикс? Конечно. Обалденцы. Автор Том Гэмилл. Невероятные приключения яблока Аарона. Это я! Как-то утром Аарон проснулся и... Ой, а где же все мои друзья? Он в ужасе, что его друзья погибли в пироге. Да, получилось! Спасибо, добрая фея Питер. Питер, эта сила всегда жила в тебе. Теперь прошу простить у меня встречи с доброй феей Квагмайером и доброй феей Джав, доброй феей Устрице. Какое гейское название? Это и есть гейский бар. Ну все, я добуду кроссовки любой ценой. Ведь о мужчине судят по его обуви. Господа, на старт! Я победитель другого рода! Сейчас ты вместе со мной посмотришь фильм «Офицер и джентльмен». Всего-то? Нет. В конце фильма, когда Ричард Гир на руках выносит Дебру Уингер с бумажной фабрики, ты прочтешь то, что написано на листке. Когда-нибудь ты будешь на ее месте, Мэг? Обязательно буду! Я точно знаю, буду! Я могу. В конце концов, я раньше был Китом из табакерки. Ты надел бабочку? По какому случаю? Просто так, Лоис. Только чтобы кого-нибудь выбесить. Ты что себе позволяешь? Думаешь, ты лучше нас? Ты сто пудов не сам ее завязал. Ты дурак, Нил! Ну что скажешь, Крис? Мы будем дружить? Да, с удовольствием, Нил. Отлично, тогда до завтра. Это потому что я пьян! Убирайся, ирландская шваль! Ты разве не видел мои испанские теленовеллы? Ми амор! Папа! Ниньо! Буэно! Я заменил маргарин, не верится, что это не масло, но настоящее масло. Но... Что... Да... Не верит! Не верится! Не верится! Ну, не знаю, доктор. Это вполне могло быть настоящее масло. Ваш муж убил троих детей. И только подумать, сюда приходила обедать сама Хелен Келлер. Сегодня пойду напьюсь в сопли. И не в какой-нибудь студенческий бар. Хочу, чтобы мне вдул горожанин. Хелен, ну ты оторва. И как ты только выкрутишься? Да я с 7 лет выкручиваюсь. Уж я-то свое дело знаю. С добрым утром, девушки. Хелен. О, какое событие. Двухзначная Кью с нами позавтракает. Эй, умник, соображай. Он знает, что горячо. Потому что умен. Я с вами не разговариваю. Вы назвали меня тупицей. О, Крис, да тебе послышалось. Я стоял прямо там. Как мне могло послышаться? Очень просто, ты же тупица. Брайан, глянь-ка, Мэг шарится в грузовом отсеке. Сейчас я ее припугну. Нет проблем. Гриффин из давних пор сильный на выдумку. Как мой прадедушка, изобретший вибратор. У меня есть идея. Она умерла.